Угольщики Нерюнгринского района поставили рекорд по итогам 2016 года. Там добыли 16 миллионов 918 тысяч тонн угля. Перевыполнение утвержденного правительством Якутии плана составило 8,7%. Данный показатель – максимальный результат за всю 65-летнюю историю освоения угольных месторождений на территории Южной Якутии. Из Нерюнгри передают мои коллеги. Компания «Колмар» запланировала в 2016 году добыть около 3,7 миллионов тонн угля. И, собственно, задачу эту выполнила. В 2017 году добыча компании должна возрасти до 5,8 миллионов тонн угля. А в 2019 году «Колмар» планирует перейти на программу добычи 12+. В настоящий момент предприятие занимается развитием производства и инфраструктуры своих угольных ГОКов. В 2015 году к месторождению Инаглинске была подведена железная дорога. Мы считаем, что несмотря ни на какой кризис, всегда существуют точки роста. И мы хотим не только развивать свое предприятие, мы хотим показать всем другим предприятиям во всех отраслях, что можно развиваться. И чем больше таких точек будет роста, тем быстрее экономика наша выйдет из кризиса. Я бы хотел, чтобы таких точек было очень и очень и очень много. Буквально за полтора года разрослась инфраструктура разреза Инаглинске. Здесь была построена и запущена обогатительная фабрика. Еще одна обогатительная фабрика следом на горно-обогатительном комплексе Денисовский. За этот короткий промежуток времени компания зарекомендовала себя как надежный партнер и производитель. Благодаря ей в 2016 году была создана первая на юге Якутии территория опережающего социально-экономического развития. По сути дела, нам решение президента Российской Федерации, потому что это он подписывает все законы, предоставлено сейчас такой льготный режим, немножко предоставлен за счет другой части России, другой части страны, но этим надо пользоваться. Это дает возможность быстрее двигаться вперед, условия у вас суровые, помогать вам надо, ну, только в общем усилии успеха еще раз. К 2020 году компания «Колмар» планирует добывать более 20 миллионов тонн угля в год. Для выполнения таких грандиозных задач необходим персонал. И, конечно, в большинстве своем это будут жители Нерюнгринского района. «Колмар» сегодня это развивающееся при всех определенных сложностях предприятие, которое при том еще решает и другие задачи создания новых рабочих мест, особенно в условиях Нерюнгринского района, Южной Якутии. Для нас это все-таки является примером того, что сегодня предприятия не только должны заниматься проблемами, но и создать условия развития. Не останавливаться на достигнутом. Вот, пожалуй, девиз компании. И за последние несколько лет «Колмар» не перестает нас удивлять не только своими грандиозными, порой кажется несбыточными планами, но и дальнейшим их воплощением в жизнь. Галина Якимчак, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.